Шел 2008 год. Был летний день. Датчики на приборах показывали отсутствие аномалий, а ученые утверждали о спаде аномальной активности. Из пункта А в пункт Б ехала Нива, груженная оборудованием. В салоне авто находились 4 сталкера, которые входили в один клан. Дорога была сухая, вдоль нее стояли тополя, а за тополями виднелись поля, заросшие аномальной растительностью. Где-то на половине дороги связь с вышеупомянутой машиной прервалась. Члены клана «Свобода» думали, что либо появилась новая тварь, которая может остановить машину и расправиться со сталкерами, либо контролер загипнотизировал их, либо появилась новая аномалия. Чтобы не зачернить репутацию клана, главы решают послать экспедицию для выяснения загадочного исчезновения 4 сталкеров. Но зона решила по-своему. Резко возросла аномальная активность, и экспедицию пришлось отложить. Через 2 дня после относительного понижения аномальной активности экспедиция отправилась на поиски пропавших без вести сталкеров. Экспедиция вернулась в тот же день на базу. Отыскав место происшествия, они увидели разорванную машину и неподалеку несколько сожженных и обкусанных трупов. Экспедиторы пришли к выводу, что машина разорвана не аномалиями, а при помощи людей, то есть она была уничтожена точным попаданием с базуки. К тому же оборудование было почти все уничтожено, а то, что уцелело, было нетронутым, следовательно, атаковал не одиночный сталкер. Поняв всю серьезность ситуации, главы клана «Свобода» решают улучшить оборону конвоев и через своих доверенных лиц узнать у одиноких сталкеров и всех, кто что-то знает или слышал о случившемся. На 5-й день по рации от конвоя приходит сообщение. «База, база, это коготь!» «Слышим взрыв! На нас напали! Передаю координаты!» Слышен свист пуль и удары их по асфальту и металлу. «Я не хочу умирать!» Связь оборвана. После сообщения на место нападения были направлены все ближайшие сталкеры. Прибывший первый сталкер не увидел ничего, кроме горящих и окровавленных тел своих собратьев. Но в момент нападения поблизости проходил один сталкер и, услышав взрывы и звук автоматных очередей, решил посмотреть, что происходит. Когда все вызванные сталкеры стали хоронить тела погибших, то сталкер подошел к ним и пообещал, что расскажет, кто убил членов клана за небольшую сумму денег. Договорившись, сталкер рассказал, что нападавшие были из клана «Удар», так как он увидел на их экипировке идентификационный знак этого клана. Рассказав информацию старейшинам, они принимают решение во что бы то ни стало отомстить клану «Удар» за смерть членов клана. Были использованы все резервы клана на покупку оружия, техники, снаряжения и оборудования. В связи с резким опустошением казны клана, на плечи сталкеров клана упала обязанность добывать максимальное количество артефактов и трофеев. Нападения на блокпосты участились, поэтому власти стали внимательно следить за происходящим и подбрасывать силы к блокпостам. Прошел месяц. Клан «Свобода» набрал себе новых сталкеров, а также он тайно заключил военные союзы с другими кланами. «Свобода» был готов к войне с кланом «Удар». Но он тоже не дремал. У них в клане были шпионы, которые знали обо всех делах клана «Свобода». Первоначальной целью клана был захват и контроль всей зоны. «Удар» также подписал военные договоры с другими кланами. Так как у него численность сталкеров превышала численность сталкеров «Свободы», то победа казалась в руках у клана «Удар». Но у зоны свои законы. Группа из 40 сталкеров-ветеранов «Удара» шла по наводке на базу «Свободы», но попала в самый большой выброс. Никто из сталкеров не смог выжить. Это происшествие изменило ход войны. Каждая из сторон выбрала диверсионно-оседлую тактику ведения войны.
Через полтора месяца войны в зоне наступил хаос. Почти каждый сталкер сошел с ума. Одни воевали со всеми, другие меняли сторону, за которую сражаются ежеминутно. В этот хаос решили вмешаться власти и послали 500 американских спецназовцев. Но зоне все равно, кого убивать. Спецназ постигла та же участь, что и сталкеров. Твари зоны также решили поучаствовать, так как почти все мертвые тела были заминированы. Да и пуля дура. На втором месяце войны земля зоны содроглась, и из эпицентра вырвался неизвестный ранее газ, который за считанные часы накрыл всю зону. Никто не знает, что произошло с находящимися в зоне людьми. Все они пропали без вести. Выгоду получили только торговцы и исследователи. Некоторое время в зону боялись входить, но желающих заработать деньги и повысить адреналин в крови не уменьшалось. Поэтому снова стали появляться сталкеры, и жизнь опять предвещала что-то новое и необычное. Вы слушали рассказ «Война». Автор Иван Охлупков. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читал Олег Шубин.